Каждый мой день начинается с фотографии. Или же я делаю обработку фотографий за компьютером, или провожу различные фотосессии. Итак, друзья, если вы меня еще не знаете, то я Надежда Попова. Занимаюсь фотографией вот уже 13 лет. Мне очень нравится делать людей счастливыми. Когда они видят себя на фотографиях, они улыбаются, и они сохраняют память на долгие года. Я привозила из различных путешествий уникальные ткани, украшения, ковры, посуду и создавала свои образы. Меня очень вдохновляют люди, особенно разных национальностей, их судьбы, их истории, их жизни, которые я воплощаю потом в своих фотосессиях. Я стараюсь стать другом в свадебный день для своей невесты, помочь ей полностью с организацией и подготовкой. Помогаю выбрать самые лучшие места, отели, фотостудии, природу, различные локации. Итак, если ты хочешь попробовать что-то новенькое в своей жизни и никогда не принимал участие в фотосессиях, тебе непременно ко мне, потому что я помогу тебе создать образ из своих уникальных нарядов и аксессуаров. Я жду тебя!